Накануне в Минспорте чествовали победителей всероссийских турниров по тхэквондо и грэпплингу. Успехи медалистов на престижных соревнованиях отметил руководитель ведомства Магомед Магомедов. На торжестве речь шла о развитии этих дисциплин и о перспективах спортсменов. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Юниорские первенства СКФО и России, Всероссийская универсиада и Кубок президента Международной федерации. Тхэквондисты Дагестана проводят ударную концовку сезона. Глава спортивного ведомства отметил высокий уровень развития этой дисциплины по республике. Очень динамично в последнее время развивается и показывает лучшие яркие результаты наши тхэквондисты. Это очень приятно. Как местные, это олимпийский вид спорта. В Дагестане пока нет своих медалистов Олимпиад в составе сборной России, но работа ведется. Главная цель, по словам представителей федерации, подготовка кандидатов на участие в играх в 2024 году. На 2024 год Олимпиады сориентированы все наши планы. Мы уже обсудили между собой и сейчас как бы хотим, пользуясь случаем, вам сказать. А почему не 21 год? 21 у нас три медали, три путевки есть, 24-й боремся. Весь состав паралимпийцев у нас комплектован дагестанцами. Еще девушка наша Марьям сейчас получит, не получит, видно будет. Надеемся. Да. Ну есть надежда еще. А мы уже смотрим наперед, на 24-й год, и хотелось бы на 23-м году провести чемпионат России у нас в Махачкале. В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили министра за поддержку и внимание, вручив всему руководящему составу ведомства памятные подарки. Именные. Это наша музыка. Очень людей нет. Все мы временные на этой земле под Аллахом мой. Триумфально этой осенью выступают и грэпплеры на престижном турнире «5 звезд» в Чеченской Республике. Выиграно 14 золотых наград из 16 возможных. Так, дагестанские спортсмены завоевали право выступить на декабрьском чемпионате мира в Сербии. В беседе Магомед Магомедов выразил надежду, что грэпплинг в скором времени станет олимпийским видом спорта. Кроме того, он сообщил, что в планах Минспорта создание первой в России специализированной школы грэпплинга. Я как-то общаюсь с российский грэпплинг Ризван, есть такой, он говорил, я без ваших ребят никуда, и поэтому мировое сегодня то, что есть грэпплинг, это дагестанская борьба, наши эти ребята. Поэтому завтрашний день, когда уже будет в Олимпийских играх, нам не надо будет все начинать с нуля или что-то делать, придумывать, у нас уже есть готовые ребята, а эти уже олимпийские медали для нашей страны. На встрече было отмечено, что из-за пандемии сорвалось проведение запланированного в Дагестане чемпионата России по грэпплингу. В связи с этим глава спортивного ведомства заверил, что готов поддержать эти соревнования в следующем году. Также министру были представлены новые вице-президенты Федерации борьбы Дагестана. Амирхан Амирханов будет курировать направление грэпплинга, а Артур Магомедов будет отвечать за развитие панкратиона. Ранее должность президента Федерации занимал ушедший недавно из жизни Олег Магомедов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.